Всем привет! С вами я, Марина Чернова, и главное правило моих кулинарных видеорецептов – готовить вкусно, просто и недорого. Сегодня буду готовить вкусные куриные рулетики с сыром, с морковкой, черносливом и грецкими орехами. Что мне для этого понадобится? Значит, куриные рулетики, я их за полчаса замариновала. Черный перец, паприка, соль с двух сторон. Куриные рулетики будут в итоге вот такие. Один сделала. Значит, с двух сторон маринуете черный перец, паприка и соль. Грецкий орех. У меня 8 штук целых в оболочке было. Я их почистила, получилось вот столько. И порубила ножом. Чернослив тоже 8 штук. Нарезала вот так соломкой. Морковка одна, прям небольшая морковка. Натерла на мелкой терке. Значит, из специй соль, паприка и черный перец. Также сметана нужна будет, подсолнечное масло и сыр. Ну, у меня сегодня вот такой сыр, просто под рукой оказался. Вообще можно использовать любой сыр. Так, сначала сделаю начинку. Значит, беру морковку, добавляю туда пока что чайную ложку сметаны. Высыпаю все орехи и чернослив. Слегка подсаливаю. Чуточек. И черный перчик немножечко. И хорошенько начинку перемешиваю. Так, вот консистенция пока что еще суховата. Совсем добавлю еще ложечку сметаны. Ну вот, этого будет достаточно. То есть всего ушло на начинку 2 чайные ложки сметаны. Так, берем, значит, филе. У меня их 8 штук. Вот таких маленьких, слегка отбитых. Значит, кладем сюда сырок. И чайную ложечку начинки. Закрываем сыр. И теперь закручиваем филе. Вот таким образом. И скрепляем вот так вот краешки. Все. Вот получился вот такой рулетик. Конвертик. И все остальные все то же самое делаем. Все рулетики готовы, теперь будем их обжаривать. В сковороду наливаем немного масла и хорошенько разогреваем. Все, масло разогрелось. Рулетики опускаем в масло. Обжариваем до румяной корочки, затем переворачиваем на другую сторону. Так, переворачиваем. Слегка обжарились уже, можно переворачивать. Так вот аккуратненько. С другой стороны также обжариваем до румяной корочки. Ну, где-то на это ушло 2-3 минуты. Так, теперь перекладываем на противень. Все, рулетики по 2-3 минуты обжарились с двух сторон. Уложили на противень. И теперь каждый рулетик вот так вот немножечко сметанкой. И теперь, значит, будем запекать в духовке при температуре, в заранее нагретой, при температуре 200 градусов, максимум 10 минут. Прошло даже не 10, а 7 минут. Рулетики уже готовы. Вообще куриное филе, оно готовится быстро. Если его готовить дольше, оно будет сухое, несочное, резиновое. Так что 7 минут буквально достаточно.
Такие вкусные, аппетитные. Классная начинка. Прям аромат стоит. Великолепный. Вообще, конечно, вкуснятина. Все, я рулетики переложила на тарелку. Вот такие они аппетитные, вкусные, сочные. Вот я вам на разрезе показываю. Чернослив, морковка, все распарилось. Все очень вкусно и готовится довольно просто. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и отличного настроения!